Как вы уже поняли, я в новом платье. И, кстати, обнаружилось еще одно такое преимущество платья. Ну, этого, во всяком случае, у него есть карманы, да? Два кармана, которые вполне себе не декоративные. Да. Я гуляю и могу сказать вам, что пока что я чувствую себя, наверное, в платье жарче, чем в шортах. Ну, хотя вот сейчас подул ветерок. И вроде даже наоборот хорошо. Но открою вам страшную тайну. Все равно приходится надевать какие-то подштанники, извиняюсь. Потому что иначе все трется. Ну, вы сами понимаете, да? Если бы я весила 50 килограмм, когда я приехала в Испанию, например, я весила именно 50... Нет, я весила 51 килограмм. У меня вообще ничего нигде не терлось. А сейчас под 70, конечно, надо защищать ноги. Иначе только один день не проходишь, потом будешь лечиться. Ну что, все как в России. Хотя нет, наверное, в России после праздников быстрее убирают. Я не помню, вот на самом деле. Нет, красиво, конечно. Но такое ощущение, что это теперь будет... климат убирать, да, ветер, солнце, все это выжжет, оно само упадет. А так из работников никто не собирается это делать. Так что мы можем пока понаслаждаться вот этим, вот этой красотой. Смотрите, кого поймала. Развозчика газа Бутанеру. Кто меня смотрит или кто вообще знает испанские реалии, знает, что у нас нет централизованного газоснабжения. И у нас даже в крупных городах газ развозится вот так. Или еще вы можете купить где-то в магазине газовый баллон. У нас по деревне вот так вот развозят. И в городе, где я жила до этого, тоже так же. В общем, в городе, где я жила до этого, довольно крупный город, причем туристический, там точно так же развозили газовые баллоны. А когда я путешествовала по континентальной части Испании, это была Малага, наверняка это происходит далеко не только в Малаге, там еще ездил заточщик ножей, производил огромный шум просто на улицах, кричал: «Заточка ножей!» Вот. А этот товарищ газовый, он тоже, у меня было, по-моему, на шотцах или где-то там видео, как он мимо нашего дома едет и сигналит дико. В общем, здесь никого не беспокоит, вообще не озабачивает проблема поддержания тишины. Да. А эти, кстати, мусорщики, которые приезжают во сколько... 3 утра бывает, но не у нас, а вот в соседнем городе, вот этом туристическом, про который я говорю, у нас напротив дома, напротив окон были мусорки, да, и, в общем, они в 3 утра приезжали за этим мусором, начинали ссыпать стекло, да, вот из этих больших баков, в которые выбрасывают стекло из баров, да, все бутылки, то они начинали в 3 утра это ссыпать. Улица была шириной где-то метров, я не знаю, 10, больше 10 метров. И они, один находился на одной стороне, другой на другой, и они друг другу орали, да, в 3 утра. И это нормально, это здесь нормально. Так что кто не любит,
кто не любит этот самый шум, тому я даже не знаю, советовать ли переезжать или вообще приезжать в Испанию. Понятно, опять же, да, что если вы где-то прям совсем в туристическом районе около моря, может, вас как-то это обойдет стороной, это несчастье. Хотя, ну, испанцы, они такие, они громко говорят, они шумят, они, по-моему, даже этот самый кофе, в кофе сахар размешивают шумно. Да, что вот так. Что за насечка на пне? Вряд ли она любительская. Думаю, что те, кто спилили, те и нанесли. Зачем, интересно? Любопытно. Смотрите, какой дворец строился. Ну, или строится он только такими медленными темпами, что этого незаметно вообще. Там вдруг неожиданно увидела вот эти башенки, да, наверху. И довольно высокое, кстати, здание. У нас основная масса пониже. Вот. Сейчас ходила в кафешку завтракать, как вы уже поняли. Вот. И мне очередной раз прилетело за лицо. Мне неоднократно, в общем, регулярно, да, прилетает за лицо. Обычно здесь говорят, когда кто-то... В общем, я часто слышу в свой адрес «Tienes mala cara, que te pasa?» В общем, что тебя... Типа, «mala cara» — это... Ну, дословно, если перевести «плохое лицо», ну, значит, это, конечно, не то, что ты страшный, да? А это, как правило... Не, конечно, оно к страшности какое-то отношение имеет, но не к красоте, да? То есть под этим «mala cara», как правило, подразумевается, да, две такие основные вещи, что ты плохо выглядишь, потому что, наверное, ты болеешь, да, либо у тебя какое-то выражение лица такое, да, что, в общем, что ты, наверное, в плохом настроении, вот, либо ты плохо себя чувствуешь, либо ты в плохом настроении. Это такие два основные значения, да, которые в основном подразумевается это. И вот мне часто это говорят, да. Ну, часто как. Все-таки, в общем, не редкость, да. Причем мне не всегда понятно, чего конкретно они хотят, да, от моего лица. Во-первых, если вы... Я, ну, в большинстве случаев они ссылаются именно на выражение лица. Во-первых, сразу возникает вопрос. Вы свое-то видели в зеркале? У вас оно тоже там не особо, да? Ну, я про свое выражение лица знаю, но на самом деле... То есть, еще, кстати, вот да, в Испании почему-то всегда считается, что если у кого-то такое смурное выражение лица, значит, ну, ты на кого-то зол, скорее всего, на них, да, потому что ты же на них так смотришь, и они сразу начинают беспокоиться, да. Во всяком случае, вот мой опыт. И, судя по всему, в их представлении нужно срочно с этим выражением лица что-то делать. Да, то есть такое ощущение, как будто это как-то очень сильно, ну, то есть это отражение вашего отношения к, конкретно к этому человеку, да, и с этим срочно нужно делать, потому что отношения — это главное, что здесь есть, да, вот, они как-то, ну, вообще негативные эмоции как-то тяжело воспринимают. В большинстве случаев, вот у меня муж тоже, да, он далеко, ну, вот мы сколько уже живем, да, с ним довольно давно, много лет, и он вроде вот уже по прошествии 7 лет начал немножко как-то осознавать, что если я в плохом настроении, да, не хочу разговаривать там или что-то, то это далеко не всегда означает, что я зла именно на него, да. Но часто, на самом деле, ему тяжело переносить вот этот вот негатив, даже если он вообще не на него направлен, да. То есть просто сами вот эти вот негативные чувства очень тяжело воспринимаются, да. В России как-то я с этим не сталкивалась. Ну, ты там смурной, да, ну, многие такие, да. Потом настроение меняется, все хорошо, да, ты же не наорал, ты не оскорбил, ты просто не в настроении. Здесь же люди, в общем, все время что-то у них ощущение, что надо что-то срочно с этим делать, как-то менять твое настроение или выяснять, что с тобой происходит. Оставьте людям их мир, в чем проблема? Ну вот как-то здесь так, да.
И, кстати, в связи с этим, да, это тоже вот отношение работы. Когда-нибудь я сниму ролик про то, как работается в Испании, да, особенности. И там тоже об этом буду рассказывать, да. Но упомяну вам так один пункт особенностей работы в Испании, что вам нужно постоянно держать лицо, которое я сейчас держу в тени. Не знаю, видно ли вообще что-то, наверняка. Просто экраны всех смартфонов так затемняются, да, на солнце, что непонятно. На самом деле все нормально видно. И, в общем, неоднократно я, да, сталкивалась на разных работах здесь с тем, что нет, надо улыбаться. В общем, типа клиенту нужно создавать благоприятную атмосферу для отдыха, да. Я с этим, в принципе, согласна, но вот только... Такое ощущение, что эти люди сами не видели своего выражения лица, да, то есть у них далеко не всегда улыбающееся оно. Вот. Смурное оно бывает у всех. Я не знаю, может быть, у меня какое-то особое такое, ну, не знаю, злобное выражение лица бывает, возможно, но на их, с их лиц я тоже считываю часто очень такие неприятные эмоции, да. Ну, не в отношении меня, вообще там, ситуации, жизни и так далее, да. У меня такое ощущение, что они просто своего не замечают, как бы они же зеркало не носят. Не знаю. Вот. И про мое, да, я знаю. У меня был такой случай в жизни еще, да, явно это показывающее у меня выражение лица. Это я была еще в России, и на меня, когда иду по улице, начала лаять собака, да. И я на нее посмотрела так злобно, и она перестала лаять, да. Вот, вот такое у меня выражение лица, убийственное практически. Хорошо, что собака замертва, не умерла. Ой, не упала. А то бы я вообще... Я бы со смеху умерла, да. Вот. И сделала бы о себе выводы, что я ведьма. Еще, да, еще ворона каркала, помню, как-то сидела. Очень меня раздражала. Я пыталась спать. Я ей крикнула: «Соткнись!» И ворона закрыла хавальник. Не знаю, может быть, да. У меня так это... Негативные эмоции, видимо, несут такой потенциал, сильный заряд энергетический. Не знаю. Так что, да. И вот на предыдущей работе, например, да, там была одна такая тетенька, да, которая мне все время... Лицо, да. Надо держать лицо. Надо улыбаться. Дошло до того, что я сказала: знаешь что, если ты хочешь, чтобы я подала на тебя в суд за притеснение, да, ну здесь по-другому, наверное, другое слово, не совсем такое, ну, другими значениями, в общем, такое многогранное слово, да, не просто притеснение, то продолжай в том же духе. И на этом она заткнулась, да. Поэтому вот неоднократно уже говорила, если живете в Испании, знайте свои права и пользуйтесь ими. Если кто-то что-то вам там говорит, как-то вас притесняет, всегда можно сказать, что предупредить заранее, да, о последствиях. Я на тебя подам в суд. Как правило, на этом все притеснения заканчиваются. Так что вам отдельные советы от Татьяны. Очень рекомендую им следовать. Да, у мужа моего очень часто бывает такое выражение лица, как будто всех убью, один останусь. Но его это как-то не беспокоит, да? Его именно беспокоит, как окружающие смотрят. Но у моего мужа вообще на него, да, как смотрят. Я, в частности. Вот. Хотя, да, как я уже сказала, он начал уже привыкать к моему выражению лица. Какая-то птичка интересная сидит. Я даже не буду пытаться ее снять, потому что она точно улетит. В общем, ну, по мужу моему, конечно, сложно судить об испанцах. У него такой тип личности, наверное, больше к нарциссической. Да, моя психолог тоже. Ну, собственно, конечно, сложно судить по рассказам других, да. Если тема заходит, речь о моем муже, вот, и мы говорим о нем, то она мне говорит, что, скорее всего, больше похожа на нарцисса. Ну... Наверное, как бы, да, не в полной мере, потому что иначе бы у меня, наверное, не было сомнений. Ну так, немножко в нарцисса. Вот. Поэтому он там живет в каком-то своем отдельном мире. И
плохо воспринимает реальность, да, реальную действительность, кто чего думает, кто чего имеет в виду. Вот. И еще и анализировать все это он не намерен. Вот. Ну, в большинстве случаев мне удается с этим справляться. Вот. А когда не удается, что мы делаем? Правильно, все в сад. Вот, это мне всегда, всегда работает. Кому что не нравится, все в сад. Вот. И да, поэтому как первый раз, когда первые разы, когда сталкиваешься с вот этим вот требованием к лицу, наверняка в сфере какого-нибудь обслуживания, да, в каких-нибудь дорогих ресторанах в России тоже существует эта норма, больше чем уверена. Но здесь даже в какой-нибудь забегаловке с этим сталкиваешься. Вот. И это не значит, да, что если человек, опять же, на вас как-то смотрит, ну, в смысле, у него какое-то выражение лица, да, такое смурное, это не значит, что он против вас что-то имеет, как вы уже поняли, да. Просто вот эта вот улыбка, которая стандартная, да, стандарт для работников, как это, ресторанов, отелей, вот такого обслуживания, да, это да, это стандарт все-таки испанский. Так, потеряла я кошелек, не потеряла. Вот. Никакой фальшивости я здесь не вижу, потому что все-таки чаще выражение лица, оно не связано с конкретным работником, с конкретным человеком, на которого вы смотрите. Да? И на самом деле, просто со временем как-то приходишь к какой-то золотой середине. Вот. А когда-то просто позволяешь себе иметь то лицо, которое у тебя есть, и все на этом, да, когда уже ты себя зарекомендовал, когда тебе там не придираются каждой детали, да, начальство и другие работники, вот, ты все-таки можешь быть собой. Какие-то у меня сегодня разглагольствования сплошные, да, ну вот, бывает, находит. И поэтому, в принципе, в большинстве случаев я остаюсь со своим выражением лица. Но когда вы только приезжаете сюда, в какой-нибудь именно хмурой части России, как вот с Питера, да, там такие лица у всех, то вам может оказаться это тяжело, да, такое ощущение, что прям вас прессуют по полной, по поводу лица, по поводу того, что вы фактически не можете изменить, да. Вот, и это действительно может быть тяжко, и я обязательно это включу в этот видео про то, как работается в Испании. Немножко прогулялась, теперь иду к дому. А кто здесь такой лежит красивый? Ты кто? Какой ты тощий, ужас. Вот такая расцветка здесь очень распространена на улицах. Ты ж моя зая. И такой же тощенький, как моя. Не знаю, девочка, может, даже она беременна. Смотрите, какое пузо. Какие ножки тоненькие. Перестановками сегодня не занимаюсь. Пока решила остановиться на вот этом варианте. Вот, и немножко поразмыслить и как-то посмотреть, как я буду жить в этой обстановке. Да? Вот. Может, еще потом поменяю в скором времени что-то. Но пока останется так. Тем более, что хватит уже газлайтить мужа. Я решила, что хватит газлайтить мужа, потому что я работаю вечер, он в утро. Соответственно, в утренние часы я занимаюсь вот этими перестановками. Да? И когда он приходит вечером домой, он видит, что все по-другому. Он мне говорит, значит, на второй раз, да, когда вот я поменяла, он мне говорит: ты что-то меняешь здесь, переставляешь мебель? Я говорю: да ты что? Так всегда и было. И у него такое выражение лица было, засомневался. Засомневался в себе. И да ладно, шутка, конечно, я переставляю мебель. Вот. И, в общем, да, довела мужа практически до сумасшествия. Думаю, что пока что хватит его сводить с ума. Он и так тау. Все мы немножко лошади, как говорится, да? Вот. Так что на пока с перестановками закончено. Ну что, я опять в тех же интерьерах. Вам уже, наверное, надоело. Мне тоже. Но что делать, когда рабочие дни, очень сложно еще куда-то ехать, да? Куда-то вам снимать там с утра.
Нет, я это абсолютно не готова. Воспринимайте это как, если бы я снимала просто в интерьере, сидя перед камерой, просто здесь немножко меняется пейзаж, вот. Ну, примерно такое же, как если бы я снимала дома. Что мне остается тут до работы немножко, 20 минут, а потом еще время на кофе, поэтому за 20 минут я вам что-нибудь расскажу. Да, хотела затронуть тему вот этой вот новой девочки. Да, там у меня были выходные дни, потом я ее застала один день, и что-то я про кипиш не слышала, да, а вчера услышала про кипиш, который случился, когда меня не было, да. Во-первых, хотелось бы сказать, что эта девочка сразу мне не понравилась, да, и всегда есть какие-то... У меня, как правило, интуиция хорошо работает, да, это не то, что даже интуиция, это какие-то сигналы, да, которые человек дает, вы их получаете и неосознанно уже обрабатываете, или даже осознанно. В моем случае это скорее, наверное, ну и в данном случае это скорее осознанно. Человек начинает сразу, да, с первых дней много говорить и со всеми общаться, как будто все уже стародавние друзья, да. Это как-то немножко неадекватно, да. Адекватно это посмотреть сначала, там, первые, может быть, недели даже, посмотреть, как вообще общаются работники, какие у них между ними отношения, что вообще здесь в этом месте допустимо, что недопустимо. Это разумно и адекватно, хотя бы потому, что самое важное время – это первое, да, вот этот испытательный срок. Соответственно, кто-то мне позвонил, и прервалось мое видео. Испытательный срок, самое важное – это показать себя как работника, да, ну и через это тоже как личность, да. А если вы в первую очередь пытаетесь показать себя как личность, ну, вот это немножко глупо, потому что за личность вам платить не будут в этом месте, во всяком случае, там, где нужно все-таки работать работу и производить, да, поэтому на первом месте это производить, ну, вот, хотя здесь, конечно, все в сумме, вы должны быть и подходящим для коллектива человеком, да, и подходящим для этого места работником, в общем, да, сложно приходится, а что делать, такова жизнь, а может и не так сложно. Просто нужно соблюдать какие-то базовые, да, штуки. Вот. Правила, следовать базовым правилам. В общем, она вот так себя ведет изначально, с первых дней, как будто все уже такие, все друзья закадычные. Потом она отлынивает от работы. Да, конечно, мы все отлыниваем, опять же. Да, но мы знаем, наверное, где отлынивать и в каком размере, да, совершенно каком-то мелком. Да, когда никто не видит, да, для этого нужно наработать определенный опыт, да, и то, как правило, часто это не проскакивает, просто когда мы уже хорошо себя зарекомендуем, нам какие-то мелкие огрехи прощают, да, у нас, мы все с мелкими огрехами, вот, я просто подумала, мне пришла еще одна мысль, я вам говорила вечером про лицемерие, если развить эту тему, на самом деле, все, что сейчас вам говорю, не имеет никакого значения, да, ну, идея основная, да, что вы не знаете, что про вас говорят за спиной, да, может, я считаю, что я хороший работник, а меня там считают говном полным, вот, но на самом деле меня ж не увольняют, здесь всех увольняют, да, постоянно, cada dos por tres, как здесь говорят, ну, то есть, постоянно, да, в общем, циркулируют, да, вот эти новые неподходящие официанты, да, тем не менее, меня оставили и вроде не жалуются, и, ну, в общем, я делаю вывод, что я им подхожу. Видимо, скорее всего, они тоже думают, что у меня там есть свои, да, у них есть свое мнение, что у меня есть какие-то огрехи, вот, в работе, да, или в личности, но, в общем и целом, я им подхожу, иначе бы они меня здесь не держали, просто элементарно, да, еще мне, кстати, предложили постоянный контракт, ну, то есть, который вот не, как это, фихо дисконтинуо, да, который вот с этими периодами неактивности, да, примерно 3 месяца в нашем случае, да, а вот прям фихо-фихо, который только вот с отпуском, да, и там совершенно другие условия, считается, что он лучше, да, там, в смысле, до пенсии, там, для всякого. То есть зачем бы мне тогда предложили вот этот контракт, если бы
если бы я в ней подходила, да? Хотя тут тоже могут быть варианты. В общем, все в нашей жизни призрачно и неоднозначно, да, то есть стоит, только нам остается строить догадки. В общем, это все мои догадки, нужно понимать, там. И получается, что еще, да, потом, значит, я ей говорю, вон там ты не помыла там стол горячий, да, там, где выкладывают еду для клиентов. А, да-да-да, побежала мыть и помыла, я вам, кстати, говорила, да, где вот дотянулась рукой, там помыла, а с другой стороны зайти? Нет. Потом, значит, она начала мне там спрашивать про других работников, и причем так вот критиковать других работников, и говорит, слушайте, у вас какой-то вот этот вот негр там, который посуду моет, да, посудомойщик, да, получается по-русски, он у вас какой-то дурак, ты тут без году неделя. Может быть, он мой парень, откуда ты знаешь, как бы, да, какие нас отношения связывают, как ты можешь так заявлять? Вот. Но кульминацией всего, такой, ну, точнее, апогеем, да, в общем, самым ярким таким, что произошло, один из начальников-то, видимо, да, было, когда я была, ну вот, у меня был выходной, да. В общем, эта девушка, один из начальников, ей говорит, где-то было 5 вечера, насколько я поняла. Значит, он ей говорит, иди выброси мусор, что-то накопилось много. Ну вот. И она ему говорит, а у него была очередь огромная, да, там за барной стойкой он находился. Вот. И, видимо, она там шлялась без дела. Это, кстати, еще одно, да. То есть, когда тебе дали задание, ты его закончил. Ну, там же себя хорошо рекомендовать, нужно подойти и сказать, я закончил, дайте мне другое задание. Так вот, она не просит другое задание, она просто начинает шляться. Или там где-то прислониться, а еще лучше достанет телефон. Вот. И, в общем, она где-то, видимо, шлялась. Он ей нашел занятие выбросить мусор. А она сказала, сейчас слишком жарко, я позже выкину. Сейчас я не буду выбрасывать мусор, потому что слишком жарко. И ушла. То есть он был в таком шоке, но, значит, не мог оторваться от очереди клиентов. А когда смог оторваться, значит, не мог никак ее найти, где эта девушка находится, да? И когда ее нашел, она просто сидела, значит, вне ресторана, да, там, на улице и курила. Она не спросила разрешения, вот. То есть, вот такой вот набор, да, качеств поведения, в общем, явно говорит не в ее пользу. Надеюсь, что вы что-то слышите с тем ветром. И она надолго не задержится у нас, к сожалению. Ну, к сожалению, в смысле, что не будет вот дополнительного работника нам. Такой работник нам, конечно, тоже не нужен. Потому что, как я уже сказала, нам бы хотелось, чтобы она с нас сняла нагрузку, а при таком подходе, скорее наоборот, еще надо за ней следить. И, в общем, дурдом. Да, так что я не знаю, что эта девушка себе там думает, да, почему она считает, что она может делать все, что угодно, да, ей будут за это платить деньги. В общем, ей нужно кардинально менять подход, а нам срочно искать кого-то, кто Вали. Вали – это типа Годин, ну, да, для многих используется. Кто вот хотел испанский язык изучать? У меня последнее время тут целое валом просто испанского языка. Вот. Так что, может быть, если что, если я не забуду, я буду эти слова где-нибудь подписывать на экране. В общем, кого-то годного, надеюсь, что нам найдут, иначе опять пахать будет. А сегодня я работаю с двумя шефами, и я, наверное, я уже представляю, что будет сегодня. Как вы уже знаете, наверное, с двумя шефами, кто работает, тот работает, да? Шефы, вы понимаете, что так много не пашут, поэтому я, наверное, вам расскажу про то, как прошел мой рабочий день сегодняшний и завтра уже утром, потому что чувствую, что я выползу на четвереньках. Так что буду с вами прощаться. Большое спасибо за просмотр, то, что вы тем, кто выдержал все это видео мое болтологическое. Да, надеюсь, что вы почерпнули для себя что-то полезное. Я стараюсь что-то привносить, да, какую-то информацию. Да, про особенности жизни, да, именно в Испании, на Тенерифе, особенности работы вот, в испанском коллективе, и не только испанском, у нас там сборная солянка.
Вот, так что да. Всем большое спасибо за просмотр. Всех целую, обнимаю. И пока-пока.